Старый Новый год 2022. Когда отмечается и что нельзя делать? Новый год с 13 на 14 января – праздник, который отмечают все славяне. Старый Новый год – необычный праздник, который существует только в постсоветском пространстве. Это свидетельство нашей огромной любви к Новому году. Старый или православный Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022 году этот день выпадает на пятницу. Этот праздник со смешным названием возник из-за смены календарей в начале 20 века. Когда-то весь мир жил по старому, григорианскому календарю. В 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный юлианский календарь, который отличается от григорианского на 13 дней. Таким образом, 1 января по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи. Однако православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. Новый год как светский праздник в народе теперь празднуется по новому стилю и не привязан к церковной дате. Хотя старое празднование 14 января все еще осталось в нашей памяти. А вот религиозные торжества, такие как Рождество Христово и День Святого Николая, мы продолжаем отмечать по старому григорианскому календарю. Хотя в большинстве стран мира прижились современные даты этих праздников. Традиции и обычаи Старого Нового Года. Дата Старого Нового Года совпадает с датой именин Василия. Издавна в этот день было принято не спать всю ночь и засевать зерном дома соседей и знакомых. Эти народные традиции перекочевали в празднование Старого Нового Года. Накануне праздника, 13 января, наступает Щедрый вечер. Его также называют Маланки, Маланьи, Васильев вечер, Овсень, Щедреце, Толстая Кутья. В этот день церковь почитает преподобную Маланью Римлянку. В этот вечер хозяйки готовили на стол сытные и богатые угощения. Колбасы, свинину, вареники, холодец, блины. Главным блюдом на столе является щедрая кутья. От рождественской она отличается добавлением сала, смальца, масла или молока. На праздничный стол обязательно собирается вся семья в чистой и новой одежде. Члены семьи веселятся, поют песни, просят друг у друга прощения. После ужина девушки красиво наряжаются и гадают на судьбу и женихов, а молодежь поет обрядовые песни. Щедривки ходят по домам и просят угощения. Иногда кто-то из молодых может нарядиться в козу-маланку и разыгрывали веселые сценки. После полуночи 14 января наступает Васильев день. Мальчики и парни ходили к крестным и соседям и посевали дома зерном, желая счастья хозяевам. Этот обряд призван привлечь хороший достаток и урожай в Новый год. Считается, что в день Старого Нового года первый в дом должен зайти мужчина. Что нельзя делать на Старый Новый год? В этот праздник нельзя ссориться, ругаться, сквернословить. Нельзя одевать старую, грязную и темную одежду. Девушкам нельзя посевать. Нельзя брать и давать в долг, чтобы не ходить весь год в долгах. Нельзя выносить мусор в этот день. Не пересчитывайте в праздник мелкие монеты, будете весь год лить слезы.